Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. А вы задаете свой вопрос с пометкой зависимости. То есть, ваш вопрос, он скорее для коуча, а не для психолога. Мне кажется, не каждый психолог коуч. Вот, потому что финансовая грамотность, планирование, расчет, вот, учет, это все, в общем-то, коуч. Это все коуч. А вот зависимость, это, безусловно, значит, психологическая проблема. Но в основе зависимости лежит выгода, потребность, расплата, цена. Да? То есть я зависим от чего-то, потому что мне это нужно. Мне это что-то дает. Например, например, долговая яма дает мне право считать себя хуже других, дает мне право взаимодействовать с другими людьми, если у меня проблемы с коммуникацией. Долговая яма позволяет мне не иметь свободы, потому что я ее боюсь. Ну и так далее. Знаете, это зависимость. Ну, если вы действительно считаете, что это зависимость, да? Вот. И из долговой ямы вылезти вы не сможете до тех пор, пока вами не будет, значит, зафиксирована вот эта вот выгода, которую вы, собственно, получаете от своего поведения. Ну, от своей модели поведения, скажем так, да? Вот. Пока вы не увидите, что за этим стоит, по факту. Именно по факту. Вот и все. Такая история. Поэтому вопрос «как?», он является неактуальным для вас. Вы знаете почему? Вы знаете почему неактуальным? Потому что «как?» вы знаете. Вы знаете, как вылезти из долговой ямы, вы это знаете, это просто, это элементарно на самом деле. Но ваша жизненная позиция, ваше представление о себе вам этого сделать не позволяет. Вам это нужно. Необходимо. Без этого вы не сможете жить. Без этого будет пустота. Да, вам неприятно, да, вам тяжело, но и выгода какая-то в этом тоже есть. И пока будет выгода, вы, по сути, будете играть с нами в игру «да, но». Будете говорить «да, но», «да, но». То есть вот, вам будет это предлагать, будете говорить «да, но». «Я не могу». «Да, но, я не могу», «да, но, я не могу», и так далее. И это тоже ваша выгода. Как ни странно. Как вариант, да, я несчастна, потому что я в долговой яме, помогите мне, то есть дайте мне внимание, дайте мне любовь,
свою. Я же несчастна, да? Вот. Это жертвенная детская позиция. Вот и все. Нужно исследовать, не как выйти из долговой ямы, вылезти из нее. Никак. Нужно исследовать, почему вы в ней оказались. Знаете, вот это серьезный момент. И это тема для индивидуальной работы. Вызывает сомнение, насколько для вас важна эта проблема, что вы ограничились только одним очень общим вопросом, на который можно прочитать целую лекцию, но не дать вам того ответа, который нужен, потому что проблема лежит глубже. Знаете? И это тоже требует обратной связи от вас. Но это то, чего вы не хотите. Потому что задали вопрос очень коротко. Вы этого не хотите. Вам это не нужно. Вам не нужно вылезать из долговой ямы, по сути. То есть да, вам не нравится, да, вы понимаете, что это плохо. Вот, где-то. Но вы фактически не хотите. Потому что если бы хотели, вы бы как минимум написали бы больше. Вот. И вы не ставили бы вопрос так. Понимаете? Вот. Надеюсь, что мой ответ помог вам увидеть настоящую проблему, да, которая лежит совсем в другой плоскости. Вот. Надеюсь, что мой ответ помог вам обратить на нее внимание, да, на эти проблемы, а не на то, что вы пишете. И надеюсь, что мой ответ станет первым шагом к тому, чтобы вы действительно освободились не от долговой ямы, а от внутренней несвободы. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!